находимся на Елагином острове, который является оазисом природы в Приморском районе. Весь парк сделан практически исходя из представления человека о природе, и она здесь довольно хорошо себя чувствует, однако проблема была в том, что не все животные приживались здесь. То есть искусственное разведение тех же белок было довольно трудно и проблематично. Однако сейчас мы видим, что белки появились на Елагином острове. Не только наши обычные рыжие, но и какие-то экзотические, например, черные. Ну, это наша обычная белка, которая использует курсантов как источник пищи.